Бакинский французский лицей и Азербайджанский государственный университет культуры и искусств подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на расширение и обогащение взаимного опыта между двумя структурами. Выступивший на мероприятии вице-президент по режиму, кадрам и информационным технологиям государственной нефтяной компании Азербайджана СОКАР Халик Мамедов отметил, что данный документ будет способствовать осуществлению различных проектов в сфере культуры Азербайджана и Франции. Церемония была продолжена насыщенной концертной программой. Отметим, что французский лицей действует в Баку с 2014 года и рассчитан на 320 учеников. В учебном заведении созданы все условия для обучения. Функционируют курсы дошкольной подготовки, группы начального образования и группы колледж-лицея. Лицей создает широкие возможности для обучения франкоязычных иностранных граждан, временно или постоянно проживающих в Азербайджане, а также граждан Азербайджана. Выдаваемый учащимся аттестат отвечает всем стандартам и требованиям Министерства образования Франции. Выпускники лицея получат возможность продолжить образование в любом высшем учебном заведении Франции. Франция является одним из центров мирового искусства. Бакинский французский лицей – единственный в своем роде в Азербайджане. В свою очередь, Азербайджанский государственный университет культуры и искусства обладает богатой традицией. Многие знаменитые и талантливые деятели искусства обучались в этом вузе. Я думаю, что это сотрудничество даст пользу как лицею, так и университету. В первую очередь мы осуществим несколько интересных проектов, касающихся театра, кино, музыки, живописи. У нас очень много талантливых студентов, и я считаю, что у нас получится сделать все очень интересно. Сотрудничество между Азербайджаном и Францией в сферах культуры и образования играет важную роль в усилении отношений между двумя странами. И данный меморандум окажет положительное влияние на эти отношения. Я очень ценю это сотрудничество и считаю, что ученики Бакинского французского лицея получат не только образование на французском языке, но и узнают многое о французской культуре.